Ух ты, елки-палки, кто-то хорошо вклеил, блин. Ребятки, всем здорово. Мы на рыбалочке с Ваней. Всем привет. Уехали днем, попробуем. Сейчас 3 часа дня. Сегодня не очень жарко, да практически не жарко. Будем искать кого-то хищника. Что нашу поймаем, конечно же, мы покажем, если поймаем. Погнали, до вечера будем рыбачить. Да-да. Приехали на первую точечку. Попробуем что-то поймать. Ваня, как обычно, ждет клёва, да, Ваня? Вот. А я попробую с мандулы начать. Может, кто-нибудь и клюнет. У меня, ребята, фаворит X1 до 32 грамм, 2,29 длина. И катушка фаворит сапфир 2500. Отличный, надежный комплект. Ребята сменили место. Я получил почти сразу какую-то поклевочку. А вот, приехали в этот. В заливчик такой тихий, потому что ветер. Кто-то прицепился к нам. Кто-то дрыгается. Ого. Вот посмотрим сейчас, кто там. О, судочельник, смотри какой. Красавчик. Хороший судачок, прижал. Наконец-то я нормальную рыбу какую-то именно поймал на своего нового X1. О, ребятки. Прижал, друг, подплав... Ух ты. Эх, ты. Подплавник. Сейчас Ванька там его пока вылавливает в лодке. Гамблер. Машинное масло вот такое вот. Это 4 дюйма тут почти. Вань, ты поймал его там или нет? Вот, хорошая, блин, приманочка. Уехали от ветра просто, ветер задолбашил. А ну давай. Осторожно. Вот такой, ребята, судачок. Прикольный. Килушка, наверное. Полный живот рыбы. Ого. Вот такой вот. Поехали дальше. Ух ты, елки-палки, кто-то хорошо вклеил, блин. Не знаю я, кто, Ваня. Подсаку готовь. Кто-то так напал на мандулу жестко. Так прям. Профмонтаж, какие еще у меня мандулы? Да, наверное, сом. Да нет, бьет так, ты шо? Кто-то так на манду. Да, сом. Я уже на отмель заходил. Сом? Сом? Сом, по-моему. Сом. Сом. Сомик. Самина. Ты готовься черпануть его. Ну, не сильно большой, но такой резвый кабанчик. Ух, не, хороший, не, чего. Четверочка, ух, ребятки. Да он заглот, Ваня, давай инструменты, короче. Он ее хаванул так, что просто жесть. Фу-фу-фу-фу-фу. Опять сом. Да ну его нафиг, задолбали они, если честно. О, только видно карабин и грузик чуть-чуть. Сейчас опять испачкаюсь весь. Эти, давай щипцы, которые зажим. Ну такая поклевка жесткая была. Достойненькая. X1 мой новенький. X1 мой новенький справился супер. 10.32 огонь. Палочка, блин, 2.29 длина. Вот это? Какая? Да это зимник, вот. Это. Сейчас, ребята, будем его... Сейчас будет брыкаться. Зараза. Ах, тихо, тихо, расслабься, друг. Расслабься. Нам нужна мандула. Да, чётенько он хаванул, конечно, тут без вопросов. О, ребята, профмонтаж, мандулка. Желто-голубая, огонь вообще.
Ох. Вот такой вот дружок. Вот такой красавчик. Рыбачим дальше. Клёвка такой, нормальная была? Нормальная поклевка была. Ребята, знаете, почему Ваня такой довольный? Потому что мы с ним, когда выезжали на эту вечернюю рыбалку, он говорит, поймаем сама. Я говорю, если поймаем сама, там не важно размер, я тебе эту катушку куплю на твой, это окуневый спиннинг. Короче говоря, я проспорил, теперь я ему должен фаворит сапфир 2000. Что ты смеешься? Мне не очень смешно. Вот такая мандула, ребят, это профмонтаж. Словила сомика. Так что так. Рыбачим дальше. Да давай рыбу лови. Я понимаю, что у тебя теперь катушка будет новая, все. На окуневом спиннинге. Но как-то нужно. X1, блин, ребят, я доволен. Взял себе X1, вот этот. Просто я доволен. Если сравнивать с той дайвой, что у меня была дайва Jigger, я ее буду отдавать в ремонт. То есть почему? Потому что этот, как он называется, это последнее кольцо, это тюльпан, у него появились на керамике колии. Ну, не колии, как правильно сказать, зазубрины такие. И буквально делаешь 15-20 забросов новым шнуром, и шнур весь распушен. Ну и, соответственно, его тяговая нагрузка уменьшается несколько раз. Я уже из-за этого тут потерял несколько рыб, несколько приманок. Вот. Поэтому нужно будет или тюльпан менять, или кольцо это менять, или вообще его продам. То есть он отработал у меня 3,5 года, отлично себя тут проявил. Но вот что-то с кольцом, видно, неудачное какое-то. Так что вот так вот. И решил взять себе X1, то есть посмотрел отзывы, посмотрел все, все довольны. Ну, думаю, чего нет. 10-32, я его смогу с собой и на щуку брать, в принципе. Хотя у меня есть Pantoon 21 там на щуку, ну, будет 2. Отличный спиннинг, просто. Ну, вот сейчас вот я прочувствовал более-менее какую-то рыбу на него первую. Ну, такого более-менее размера уже. Отлично справился. Я доволен. Ребята, кого-то Ваня тут тащит. Кто там? Ой. Ой. Дай сюда. Ваня так начал орать, что я еле успел камеру включить. Судачок маленький. Он, конечно же, тихо идет на отпуск. Бобриный хвост. Ну, короче, хвост бобра. Неправильное положение тут пятака вот этого. Классная приманка, гамблер. Ловит тоже. Ну, вот, что-то активизировалась рыбка, а солнце еще не село. Короче, ребятки, вот такая вот вечерняя рыбалочка. Мы, конечно, еще постоим до темна, но я сомневаюсь, что камера будет что-то нормальное, внятное показывать. Вот, поймали рыбку какую-то, поймали сомика, поймали судака, еще были поклевки. Ну, что еще сказать? Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч. Всем пока.